Танцор Дэрил, ну погнали. Я не умею ни на одном из этих героев играть, ну ладно. Ой, идеальные размены, кеквы. Кек. Ниже среднего. Вот. Но я стремлюсь. Я стремлюсь, чтобы писать больше. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Оп. Оп. Две и баг. Так, как мы здесь делаем? Ви-ви. Попробуем крутануть, наверное, да? Давай оборотня Зероса возьмем. Типа, почему нет? Что это сейчас было? Это сейчас сосед свербил? Будешь смотреть бой Тайсон сегодня? С Рой Джонсоном сегодня? Не, я не знал. Я типа не следил, я просто слышал такой... Российское движение школьников представляет. Главное киберспортивное событие этого года — Всероссийская школьная киберспортивная лига РДШ. 10 дисциплин. Dota 2, Лига Легенд, Hearthstone, Warface, Armored Warfare, Проект Армата, War Robots, Brawl Stars, PUBG Mobile, Standoff 2, Mobile Legends. Соревнования пройдут по 8 федеральным округам. 30 ноября стартуют игры в Дальневосточном федеральном округе, а финал лиги пройдет в 2021 году. До старта игр в своем федеральном округе ты можешь подать заявку и представлять свою школу. Победители турниров, которые докажут свое мастерство, станут обладателями новой консоли Sony PlayStation 5 и оплаченного обучения в университете Синергия. Регайся и участвуй, защити честь школы и докажи свое право называться лучшим. И еще, специально для болельщиков мы подготовили профессионал. Студию. Поклонников киберспорта ждут прямые трансляции с гостями, комментариями и аналитикой проходящих игр. Партнерами лиги является Всероссийское движение Юнармия, Университет Синергии и Mail.ru Group. Следи за новостями в официальной группе РДШ ВКонтакте. О, сосед. Прикольно. Жесть! Я на шляпнике никогда так круто не играл. Сосед, здравствуйте. 9 вечера. Можно ли сказать, что здесь мне повезло? Ха. Наверное, можно. Так. А хочу ли я оставить под триплет или начать хихикать? Хочу, лол. Извините, я просто сейчас пойду в пятую таверну, а потом как бы... да, ну типа второго коленгаса достану к девятому ходу, да? Итак. Насколько наша вера сильна, чат? Открываем эту карту, как будто у нас нету Калесгаса, да? Понимаю. Блин, как же не везет! Понимаю, хорошего дня! Просто чат взорвался. Сработало. Это лайфхаки, учитесь из ТикТока. Я нормальный, не надо. Техника призыва. Блин, интересно, если посмотреть на лицо Рафаму, что он сейчас бы сказал? Жду уже поставить лайк на видос, играю на Дэрли через секретные страты из ТикТока. Не, я назову «Мне повезло 3». Закрепление грехов или... искупление там чуть. А возможно, нет. Не, ну мне кажется, достаточно тупо и одновременно смешно называть свои видосы «Мне повезло 1», «Мне повезло 2», «Мне повезло 3» и так далее, так далее, так далее, так далее. Зарина Лицеларфам. Да он выиграл меня, чё смотреть.
Нифига, он сейчас много мне урона внесет. Сколько? Пол хп снял. Блин, не повезло, ребята. Не повезло. Не повезло, конечно, да. Ладно. Вдруг у него там есть клив, да? Ну, два хрипа плюс дракон. Ой, два хрипа, два приколиста. Возможно, я даже хочу просто в левелап пойти. Как вам такая идея? Типа в левелап у меня будет 8, я продам, одну зафигачу, забафую всех на плюс 2-2. Думаю, это норм идея. Здравствуйте, здравствуйте. Всем, кто подошел, здравствуйте. Это первая катка дня. И достал Зеруса Скалезгаса. Ой, Зеруса Скалезгаса, все понятно. Можно, в принципе, этим и заканчивать, да? Да блин, ну как так-то? Я думал, я нормально играю, блин. Второй раз подряд проигрываю с двумя Калезгасами. Блин, вот будет здорово, если сейчас я попадусь против мертвого чувака. Против мертвого, вот сюда вот давай. Оп! Одиннадцатый ход, шестая... Не, ну, конечно, ребята молодцы там. Так, ну, шестая таверна. А чё он? Чё он машет? Чё он мне... Как он из могилы-то помахал? Вы видели? Он помахал, а эмоции заюзал. Чё? Как он из могилы помахал? Звучит, конечно, страшно. У него задержка там. Смотри, не проиграй, а то как YouTube. Блин, ну, реально, я сейчас ему проиграю, и всё, типа. Золотая мамаша? Это было прикольно. А потом у этого два багурла, адаптозавр с ядом. Мне нужна... Кто? Кто мне нужна? Мне нужен триплет тронного стража, потом триплет Калезгаса, потом Надина, потом оп-оп-оп-оп. Прикольно придумал? Нет? Классно, у тебя кружка большая такая, люблю такие. Блин, а прикинь, сейчас реально ему проиграю, такой, все. 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 Не, ну я на самом деле сделал максимально правильный ход, то, что сейчас вышел в левелап, потому что, ну, если я хочу их побеждать, мне нужна Надина. По-другому никак, мне кажется. Типа статы не особо... Хотя вот против зверей, может, и зарешали бы статы. Так, ну я еще против него буду драться, потому что с ними я уже дрался. Нету хрипа. Он получил всего лишь на минус 6 против механизмов зверей. Угу. А этот все еще бессмертный. Но мне нужно... Мне нужно... Так как я сейчас против мертвого играл, потом попадусь либо против Рафама, либо против Наздорму. Скорее всего, против Наздорму, потому что до этого я... Против Рафамы. А, нет, Рафаму я последним играл, так что я, возможно, против Рафам попадусь. И вот этот самый сильный, конечно. Но Мурлоки ядом под браном это всегда жестко. Да. Надо будет 100% искать Надину. Без Надины тут каши не сваришь, ребята. Без Надины каши не сваришь. Но я делаю все, что могу. То есть, как бы... Вышел в правильный момент, в шестой левел. Ищу Надину. Каша из Надины. Лягушка. Оказалось бы, два Калезгаса очень рано. Автовин. Нет. Я спокойно могу сейчас проиграть Рафаму или Наздорму. Вот этому я, конечно, вряд ли проиграю. Да, 100-100. Хотя, было близко. Было близко, 100-100, говорит. Леха, близозоркий. Не, ну конечно, тут просто три лакирка собрались. Чувак, который золотую мамашу мега быстро собрал. А, какой-то нереально жесткий Наздорму с мега ядом. Это я с ним уже два хода назад сражался. А что у него сейчас там, понятия не имею. Так, триплетами вызываем Наздорму, да.
Ну, дайте мне Рафама сейчас. Типа, Рафамом, мне кажется, проще буду справиться, чем с Дозором. Дозором, мне кажется, я умру. Понял. Понял. Давай попробуем найти... Ну, я думаю, все-таки яд мне тогда нужно будет в конце. Хм, возможно, мне даже было бы прикольно взять Вурдалака или Вихлепыха. Или яд, может быть. Блин, вот что вы думаете, чат? Вихлепыха, Вурдалака, но у него бабла не было. То есть у него там просто статы. Я думаю, что все-таки яд мне здесь выгоднее. И Надина не было. Ну, вот она, судя по всему. Намотана моя победа. Ладно, я все равно поставлю первого. Надеюсь, что он не нашел бабл на Адаптозавра. Искренне надеюсь. Нашел. Вот ты первый. Ага. Но, кстати, шанс на смерть всего 6%. Ну, сбил бабл тогда ядиком, который мог попасть в 1-1 кочерышку, поэтому... Ну, кстати, неплохо. Даже ничья. Здорово, Солард. Пока хорошо. Пока хорошо. Главное сейчас не провафлить момент. Опа. Ну хотя бы бабл дало. Мырлки есть, яд можно сюда напихнуть. Какие у него были? Ага, 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 ага. Ага. Ну, давай предположим, что он все-таки нашел Хайдру, и мы как-нибудь пытаемся расхитрить его боковушечками. Ни одной Надины, кстати, из стольких триплетов и стольких прокруток с 11 хода на 6 левеле. Ну ладно, видимо, игра такая говорит мне. Да-да, триплет я собрал специально, чтобы Надину найти, ребят, потому что... Кто знает, да, Надина бы меня очень сильно усилила, прям очень-очень-очень-очень. Не нужна была Надина. 35% есть насмерть. Ну... О, минус мамаша ваншотом кого? Он ударил мать, и она... Прикольно. Размены просто великолепные. Зависит от того, чтобы отсюда не выпало Мексно, да? Но я думаю, все равно он тут уже не... Но я его не убью зато. Извините. Есть хорошая новость. То, что я дрался сейчас на Дорму и с Рафамом. И третий сейчас буду играть против мертвого. Спасибо за бузеров. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Буду. Сейчас против мертвого должен сражаться. Пыща не хочешь? Ну не, мне пыщ не нужен ни против Брана, ни против... Ни против него. Поэтому не нужен. До сих пор нету Надины. Мне кажется, пора уже подавать заявку в «Жди меня». Давай первым поставим сумеречного эмиссара. Вторым вот этого, чтобы если его разбили, то он баблом ударился бы об яд. Блин, конечно, плохо, потому что тогда вот этого поставим. Потому что там у него есть здоровая амальгама, да? А потом вот так вот поставим. Ага. Мы разбиваем, потенциально, мы разбиваем бабл. Если это убивает, это разбивает бабл. А потом это добивает его. План такой. А потом мы как-нибудь на характеристиках пытаемся что-то сделать. Конечно, у него там раз, два, три яда. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Надина не хочет гулять. Ну, такая вот эта женщина. Ну, мне кажется, что мне сейчас хана. И это топ-3. Ну, очень близко. У него... Вот она, у него Надина. Да-да-да. У него Надина. Весь мой план пошел под откос. Просто ужас.
Ну, будем надеяться на то, что мы не умрем, если маленьких пофигачим. Угу. Вот сюда ударь. Очень плохо. А подожди, я же не умираю. 12, да. Я не умираю. Ладно, у меня все равно есть шанс найти Надину здесь. Это хорошо. Сейчас будет против Рафама драка, да? Угу. Угу. Все. Ну, типа, я думаю, мне надо либо искать яд, либо Надину. Уже нет смысла хихикать здесь. Готово. Хочу ли я усилить их? Нет, вот эти могут ребята подойти. Так. Как мы ее ставим? Теперь нам нужно очень хорошо придумать момент расстановки. То есть бабл разбивается или бабл, потом бабл разбивается. Наверное, все-таки так, да. У него там здоровая гидра будет, которая укусит. Поэтому потенциал, я думаю, выше 90. Она не разобьет гидра. Поэтому вот так вот проставим. Посмотрим, что из этого может быть. Потому что у него там, блин, 42-42 золотая змеюка. Золотая мамаша. Ладно, короче, три лакирка собрались. Но я очень надеюсь, что сейчас что-нибудь образумится. И да, найс. Правильная расстановка. И Надина выигрывает мне этот бой. Хорошо. А еще у него очень плохо то, что у него змеюка с волком. Ему не повезло. Четыре лакирка. Здорово, Фуриказан, здорово. Конечно, у него был шанс отсюда вытащить несколько мексен, да? Блин, я надеюсь, вот этот вот вурдалак сейчас не выиграет ему катку. Но по верстатам не должен. Итак, остается один на один против Мурлокозавра. Мне нужны, возможно, кстати, первым и вурдалак, а вторым Надину. Типа, возможно, возможно. Сейчас подумаем. Сейчас мы думаем. Итак, смотрите, Надина есть. Яд, конечно, это прикольно. У него тоже ядовитые приколдесы. Здесь серьезно нужно подумать. У меня есть примерно 30 секунд на размышление и 15 секунд мне хватит, чтобы сделать. Давайте подумаем. У него баблы яды. У меня просто баблы, без ядов. Шанс искать на то, чтобы хихикать сюда яд накинуть, рискованно, может не выпасть. Можно вторую попытаться найти. Можно мексну попытаться взять вместо дракона, потому что, ну, она уже, конечно, ну, не факт, что оверстатница. Поэтому, хотя под баблом 65, это очень здорово. Под баблом 65 не здорово, поэтому, ладно. Я что-то слишком много подумал. О, яд, кстати. Давай тогда вот так вот сделаем. И вот так вот, потому что я уже не успеваю. Надеюсь, что-то... Ну, посмотрим. 78%, хорошо. У него золотой приколист. Но мне все равно здесь нужна... Вначале, мне кажется, приколдесина. Приколдесина типа... Бурлока. Я много потратил себе времени на прошлом ходу, чтобы продумать. Мне надо следить за этим в следующий раз лучше. Сколько я ему урон нанесу? 20, 24. Так. Расстановка у меня пока хорошая. И вот эта вот баба тоже хорошая. То есть я, конечно, возьму тебя, чел, но
буду смотреть в поисках Надины дальше, еще одной. Ладно. Вот такая вот примерно сновка будет, потому что в прошлый раз, ну, один нуждался в бабле. Хорошо. Блин, как мне нравится то, что мы здесь с каждым противником прям последовательно выстраивали стратегию, как законтрить того или того, даже по расстановке, даже под... существами и так далее. Учитывая то, что мне вначале очень сильно везло, я мог проиграть как и от Рафама, так и от Наздорму. И благодаря каким-то выстроенным правильным решениям у нас есть шанс сейчас победить. Угу. Неприятно, кстати. Ой, плохо. Размены плохие. В бабл ударьте, пожалуйста. Хорошо. Ой, хорошо. Так, теперь нужно как-то сыграть с оверстатами. Угу. И теперь вот этот, чтобы попал вот сюда. Блин, ничья, прикинь. А он бы мог даже выиграть, если у него здесь был хреножопик. Блин, ну это неприятно. На самом деле, ему повезло то, что он первый, и то, что как мы хихикали. Ладно, возможно, сейчас триплет какой-нибудь найдем. Типа триплет вот этого приколиста. Или вот этого. Типа я не думаю, что мне нужно что-то здесь продавать, если я, ну, случайно еще одну Надину не найду, чтобы овер заменить ее. Ага. Я, конечно, могу вот это взять, штуку. Ну такое. Ладно. Надину первый. Думаешь? Допустим, Надина первая. Даже если я не первый, то теряется один бабл на халяву. Но зато кто-то из них по-любому доживает дополнительно. Но при этом, если я так... Не-не-не, я думаю, все-таки правильно. Если я первым, то... Короче, все нормально. Не переживайте. Потанцуем! Ачивка заспойлерила. Не-не, правильно, правильная расстановка. Все равно, я считаю. Зюзя, спасибо за 5 месяцев подряд. Здравствуй. Ачивка заспойлерила победу. Красиво. Мне очень понравилась эта катка. Прям чисто... На таких вот, знаешь, решениях принятых, правильных. Мне нравится. Хорошо. Можно ли... Ладно, не буду. Все. Просто... Спасибо, что победил. Итак, сатыга. Заслуженная сатыга. Спасибо за просмотр, да.